Всем привет, ребят, меня зовут Таня, и это новое видео на моем канале. И как вы поняли по названию этого видео, сегодня я снимаю для вас 20 фактов обо мне. Что ж, давайте же приступим. Первый факт. Меня зовут Таня. Ни Маша, ни Аня, ни Алена, ни Митя, ни Гриша. Таня. Моя настоящая фамилия Никифорова. А отчество Сергеевна. Мне 12 лет, родилась 18 июня 2004 года. Я живу и родилась в городе Санкт-Петербург. У меня есть собака, его зовут Поти, он породы чихуахуа, ему уже 5 лет. В этом году исполнится 6. Мой любимый цвет – это голубой, ну или же бирюзовый. Я мечтаю побывать в разных странах, но больше всего в Америке, особенно в Лос-Анджелесе или в Голливуде. Мои любимые сериалы – это «Однажды в сказке» и «Королевы Крика». Если вы не знаете, что это за сериалы, я вообще советую вам их посмотреть, потому что они очень крутые. Особенно «Однажды в сказке». Следующий факт. Моя любимая песня – это Алексеев «Пьяное солнце». Я очень дружелюбная, потому что у меня довольно много друзей, и если кто-то меня обидит, то я почему-то этих друзей сразу же прощаю. Я не знаю почему, но я дружелюбная. Я уже 2 года занимаюсь современными танцами, и мне это очень нравится, мне получается, и вот. Мое любимое лакомство – это либо макароны, либо мороженое, а также я люблю безешки, это просто one love. Как вы знаете, у меня есть канал на YouTube, который вы сейчас смотрите, и он был зарегистрирован в январе 2013 года. Я учусь 454-й школе и перешла в 6-й А-класс. Я очень люблю своих подписчиков, потому что вы меня радуете. Я даже люблю своих хейтеров, потому что они помогают мне как бы на создании новых видео. Например, вы говорите, что у меня плохой свет, значит, я пытаюсь изменить этот свет. То есть я вас всех очень люблю, всех зрителей, которые меня смотрят. И у меня почти 600 подписчиков, и это все спасибо вам. И я вас очень сильно люблю. Также у меня есть очень много братьев и сестер, ну, по крайней мере, братьев. У меня есть один родной, 2 двоюродных, даже 3 троюродных и 1 троюродный. И есть еще моя маленькая сестренка двоюродная. Следующий факт. Я очень люблю гулять. То есть я не домоседка, что сижу дома. Я всегда люблю гулять с друзьями, не с друзьями. Даже если друзья, например, уехали, и я не просто не... просто не хотят со мной гулять, то я все равно иду, гуляю, нахожу новые места, ну, что-то типа того. И последний факт, я очень сильно люблю своих друзей. Анька, иди сюда. Уруру. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы узнали обо мне много чего нового. Если это так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и комментируйте внизу в описании. Я вас очень всех люблю, и всем пока! Yeah.